Операционные и скрининговые кабинеты Самарского кардиологического диспансера оборудовали по последнему слову техники. Теперь врачи могут использовать самые новые достижения науки в области медицины на благо пациентов всех возрастов. В лечебном учреждении появились современные наркозно-дыхательные и ультразвуковые аппараты, а также ангиографический комплекс. Оборудование приобрели на деньги областной казны. Работу жизненно необходимых приборов проверил министр здравоохранения Михаил Ратманов. Мы надеемся, что данное оборудование позволит сохранить жизни как наших старших, так и наших маленьких пациентов. По словам специалистов, новейший наркозно-дыхательный аппарат «Персеус» не имеет аналогов в Поволжье. Самарские врачи используют его с начала июля 2019 года. За это время медики выполнили 29 оперативных вмешательств. В том числе провели 28 операций у детей с врожденными пороками сердца, еще одну для взрослого пациента. Стоит отметить, что средства для приобретения медицинского оборудования поступают не только из областного бюджета. Часть денег выделяют из территориального фонда обязательного медицинского страхования. А вообще в 2018 году было приобретено 49 единиц медицинского оборудования на сумму 56 миллионов. В этом году это уже сумма порядка 100 миллионов. Современный ангиографический комплекс – настоящая находка для кардиохирургов. Он обладает системой защиты от облучения и позволяет снизить нагрузку как на пациента, так и на медицинский персонал больницы. На сегодняшний день выполнено больше 150 операций на этом аппарате. Вот, порядка 70% – это пациенты, которым с острым коронарным синдромом, которым требуется экстренная медицинская помощь. Напомним, что новое медицинское оборудование в самарских больницах появляется благодаря национальному проекту здравоохранения. Одним из его важнейших направлений является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, пристальное внимание уделяют развитию детской медицины. Анатолий Головко, Константин Головин. События.